В смысле? В смысле огонь? Так, всем привет. Это сталкеры. Я не успел выйти сразу же. Так, а где мой? Не приехали. Где калаш мой? Сказка. Где мой калашников? Так, не успел я начать игру. И я просто в ту же секунду спалился. Вот, пожалуйста. Так, ладно. Ладно, надо что-то делать. Наверное, нужно начать с самого простого, а именно... Так, понятно. Выкрасть военные документы, отнести документы бармена. Ну, наконец-таки, хотя бы дойду до бармена. Не агроплом! Так, 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 ладно. Это было совсем неплохо. Еще есть. Тихо, выберем еще. По одному их вот так вот мне ждать и убивать, конечно, очень не вариант. А, неплохо. Так, хорошо. Но все равно это глупо здесь ждать за мусорку. Где? Где труп? Так, хорошо. Как так, подожди, выходит? А, я бинт использую. Аптечку. Патрон. Идти могу. Готов. Так, ладно, пока удачи на моей стороне. Все, сразу. Бин. Ладно, пробежимся немного, и вот в этом здании я спрятался. Спрятался. Можно, конечно, подождать их всех. Скорее всего, я этим сейчас и займусь. Уходим, уходим, уходим. Армейская аптечка использована. Это плохо. Так, армейская аптечка. Почему армейская аптечка? У меня по одной аптечке все осталось. Так, они уже где-то прям вот-вот. Я вижу. Ага. Да, я даже не попал. Я даже просто не попал. 8 человек. Они сейчас все здесь будут. А, уже идут. Ох, ничего себе, он там, смотри. Но это, мне кажется, немножко глупо. Я просто сходу спалился. Так. Можно, конечно, попробовать тихо, но я прям очень-очень сомневаюсь, что у меня получится. Давай. Ой-ой-ой. Пробегись. Пробегись. Готов. Что-то делаю. Я просто на шару стреляю, на самом деле. Я... Хорошо, это... Это хорошо, в общем... Я их попросту случайным образом, на самом деле, наверное, убью. Всех, но у меня вообще варианта и нет. Так, а здесь что? Нет, не пройду я здесь. Лучше бы, конечно, были аптечки. Ну вот и аптечка. Пожалуйста, иди. Самое то. Нет, оружия нет. Так, хорошо. Давай сохранюсь. Я не знаю, насколько сильно мне это поможет. Мне нужно вот туда вот попасть. Вот. И, в принципе, это сделать можно. Так, у меня здесь минута, бежим. Тогда просто быстро бегу. Как я буду выбираться отсюда, я еще не знаю. Так, включу-ка я на всякий случай свет. Я не помню, какой этаж, но давай рискнем и поднимемся на последний. Мне нужно выкрасть документы и отнести их бармену.
Так, есть кто здесь? Ой, блин, есть кто-то. Готов. Патроны всегда нужны. Я даже сохранюсь. Так, интересно, успею прочитать, нет? Ага, выкрест. Военные документы. Так, я надеюсь, у меня время не ограничено. Никого нет? А почему здесь никого нет? Ладно, пока. Значит, поломать ящики. Ну, здесь ничего нет. Да ну серьезно, ничего нет? Так, они идут сюда. Я прям слышу их. Смотри. Поднять предмет. Меченый, я сообщил тебе бармену. Он должен договориться с долговцами, чтобы тебя пропустили. Так что ноги в руки и к нему. Ноги в руки к нему. Смотри, задача. Выкрасть документ у меня получилось. И осталось отнести документы бармену. Так, ну еще и вертолет летит. Просто сказка. Хорошо, теперь нужно валить отсюда. И я немножко не знаю, куда. Что, есть время на ящик? Всегда есть. Так, здесь есть лифт, который не работает. Хорошо, теперь нужно как-то быстро свалить отсюда. Да нет, денусь. Придется. Так, меня уже ждут. Меня эти козлы уже ждут. Воу-воу-воу. Мужики, вы чего? Так, хорошо. Свет поможет, нет? Неужели ушел? Да не психуйте. Ой-ой-ой, блин. Где ж ты, скотина, такая? Не уйдем отсюда, скотина, ты понял? Все, нет, это уж слишком. Кстати, у меня аптечек нет. Так, не надо никого прикрывать. Я сейчас выйду, подожди. Ну а где бочка-то? Я не понимаю. Хорошо, я сейчас себе выйду с поднятыми руками. Граната! Блин, я что, себе под ноги кинул, что ли? Сейчас я их сам выкурю. Вот так вот, отлично. Зеленки, я знаю, что он точно. Я его там точно видел. Ну давай, давай. Я пошел, прикрывай. Ага, прикрывай. Так, жизнь у меня восстанавливается, это здорово на самом деле. Плохо то, что. Уходи, уходи. Ну, получилось, нет? Да где ты? Собака, откуда ты оказался? А, нет, показалось, что ли, мне? Так, откуда он стрелял? Это уже даже не смешно. Хорошо, побежали. Бежим, 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 уходим, уходим, уходим. Я пока не знаю, куда точно мне бежать. Главное, в общем, бежать. Ой, блин. Так, оружие к бою.
давай, заходи. Ой, блин, у вас двое там. Ну как я не попал, что ли? Еще один. Готов. Готов, придурок, надо сохраниться. Куда мне идти? Я не отсюда выхожу. Давай, хорошо. Патроны есть, аптечек нет. Это плохо. Вот. Одна аптечка. И антирады есть. Здесь кто? Мне бы реально хотя бы на секунду остановиться, отдышаться и посмотреть, где я. Инвентарь слесаря. Ну ладно, мне сейчас не до этого, в принципе. Мне нужно... Так у меня несколько путей, я могу здесь выйти. Ладно, погнали. Так, 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 спокойно. Прям передо мной выполз. Слушай, ну это все хреново на самом деле. Это все хреново. Давай, сохраночка. Идем. Вариантов-то нету больше. По дороге идти. Ну, я буду как на ладони. Видно меня будет сразу. Так, я уже слышу выстрелы. Так, радиация. Подожди, враг. Ой-ой-ой, блин, ну чего? Готов? Ну, еще не хватало свиньи. Хорошо, буду надеяться, что у него есть аптечка. Нету. Нету, блин. Смотри-ка ты, а это когда? Подожди, я здесь был? Не могу вспомнить никак. Конечно, был. Все, смотри. Ха-ха-ха-ха. Так. Опускать тайник. Ну, прям, прям очень в тему. Просто шикарно. Я даже сохранюсь на радостях. Так, ну мне ведь соваться сюда тоже нельзя. Ладно, погнали. Возможно, даже я и артефакты найду. Но это стандартный мой топографический кретинизм. Ладно, сейчас на самом деле не до этого. Подожди, подожди. Вояки. Вон он, да? Козел. Да. Ладно, да и пошел он. Так, дай угадаю, здесь тоже был. Да. Есть вариант? Да. Я его попробую. К бою! Да, к бою. Вот еще тебе. Так, у меня их больше нет. Мне бы оптика не помешала. Слушай, смотри, одного завалил. Готов. Там еще один. Вижу. Вижу, вижу. Спрятался. За буханку спрятался. Просто... Я думаю, что это, знаешь, случайный был. Случайное убийство. Так, я с вас все сниму, козлы. Так, где еще один? Вот он. Думал, что спрятался. Нет уж. А, слушай, подожди, я калаш даже могу нести. Нет, я его, наверное, выкидывать не буду. И этот тоже. 2000. Ну что, подожди, нет, ну...
Ну я вот уже у выхода, правильно? Осталось-то мне, может быть... А, найду что-нибудь? Артефакт или... еще что-нибудь? Давай, подожди, прогуляюсь. Посмотрим. Окрестности немного. Главное, в аномалию не попасть. Так. Артефакт, я же говорил. Но здесь собака. Вряд ли одна. Я не хочу убивать. Нет, артефакт не стоит того. Не буду я собак убивать. Слушай, как-то, конечно, такая жаркая серия на самом деле вышла. И спонтанно, и то, что я здесь нахожусь, это, мне кажется, случайно. Вот подниму калаш, не смогу. Да ну, я могу идти. Слушай, сейчас меня, по идее, в легкую пропустят долговцы. И я наконец-таки попаду к бармену. И у меня будет чем торговаться с ним. Помимо документа военных. Кейс с документами сделан из огнеупорного материала. Кстати говоря, смотри. Стандартный патрон для автоматов АКМ-74, АКМ-74-2У, Абакан. Простой сердечник, оболоченная пуля. А это бронебойный патрон для автоматов АК-74-2У, Абакан. Улучшенная бронебойная способность пули. Подожди минутку, почему, как выбросить-то? Так, разрядить. Так, я забыл, как менять. Да, надо будет, кстати говоря, вспомнить тогда. Да, у меня будет чем торговаться с барменом. Глаз плоти, хвост собаки, копыта кабана. Кстати, так, копыта кабана используется учеными для изготовления ряда лекарств, самым распространенным из которых является противорадиационная сыворотка. Не знаю, как насчет сыворотки, но есть отдельные миссии, есть отдельные задания. Найти копыта или глаз плоти принести. По-моему, даже Сидорович просит хвост собаки, но... но хвост псевдо-собаки, если не ошибаюсь. Так, хорошо, у меня еще два калаша. По 2 рубля. Две бандитские куртки, аж по 3. И все это загоню, и у меня будет... а сколько у меня будет? А у меня уже, кстати говоря, 10 тысяч. Я не знаю. По-моему, это совсем неплохо. Можно, конечно, попробовать взять еще один калаш. Да? Давай попробуем, я, наверное... да ну. А почему? Подожди, я не понял. Так, здоровье плюс 200. Кровь камня, но... хм. У меня уже перегруз, а я могу идти. Ну ладно, не буду лишний раз спрашивать лишние вопросы. Вот такая вот тавтология. На этом и закончим. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях.